Бывают плохие руководители, хорошие, а среди это космос. Надежный. Внимательный. Сверхтерпеливый. Увлеченный. Гениальный. Мощный. Добрый. Проактивный. Профессионал. Талантливый. Интеллигент. Лидер. Легендарный. Разносторонний. Целеустремленный. Четкий руководитель. Звезда. Космос. Сергей крутой. Все. Забота о сотрудниках. Чувство юмора, готовность всегда прийти на помощь, желание постоянно развиваться всегда и везде. Вот, и вдохновлять других на все это. Да вообще все. Сергею мне нравится целеустремленность. Его готовность незамедлительно решать самые сложные задачи. Честность. Он на меня ни разу не кричал. Мне нравится Сергей в разносторонний взгляд на жизнь. Мне нравится то, что он добрый, но в то же время очень требовать не только к себе, но и к другим людям. Целеустремленность и жизнерадостность. Его вечный позитив, то, как он подходит к своему делу, к любимому, как он относится к своим сотрудникам. Творческое мышление и ответственность за свои слова и обещания. Масштабность мышления. Сама отдача, с которой он работает. Он прямолинейный, искренний, в меру хитрый. Целеустремленность, открытость, всегда в курсе всего, и с ним просто интересно общаться как с человеком. А мне нравится постоянное стремление Сергея к самосовершенствованию и развитию. Внимательность к сотрудникам. Сергей – самый порядочный человек из всех, что я знаю. Он честно относится к людям даже тогда, когда они об этом не подозревают. И он всегда готов отдать все, что у него есть, ради других. Очень много времени уделяет тонкостям работы. Честность, открытость, открытость именно к чему-то новому, смелость для принятия каких-то решений, смелость для того, чтобы делать, что он действительно хочет, выполнять свои цели, желания. Сергей замечательный руководитель, он всегда думает, переживает о клиентах, он всегда заботится о сотрудниках, развивает свою компанию, двигается вперед. Мне очень нравится, у него жена вообще классная. Поздравлением с днем рождения, Сергей, желаю всего самого наилучшего. Вовремя сданные проекты. Хорошими продажами. Могу порадовать результатами своей работы и довольными отзывами клиентов. Ксюша, улыбнись. Звонками. Тем, что каким-то магическим образом начну выполнять все задачи именно в тот срок, который ей ставят менеджеры. Танцем. Улыбкой менеджера, который только что получил оплату от клиента. Результатом. Могу скорчить рожу. Статуэткой, которую мы выиграем. Ну не эту, а ту, которая на неделе рекламы. Это как жираф, только другая. Закрывать еще больше задач за отведенные сроки. Я могу спеть песни на корпоративе. Своим профессиональным ростом и крутыми фотографиями. А еще я могу испечь торт и печенье. Не доставать звонками, когда он уезжает в отпуск. По приезду видит, что все в порядке, все клиенты довольны результатами, планы выполняются, и все живы-здоровы. Своим профессиональным ростом, чтобы стать по-настоящему ценным и преданным сотрудником. Выполнением задач, которые ставят нам клиенты, чтобы клиенты были довольны и приводили еще больше к нам клиентов. Делать свою работу качественно и проводить нас на более высокий уровень. Хорошей работы! Подозреваю, что увеличение продаж в 20 раз очень сильно его обрадует. Да-да-да-да. Он может проснуться в 3 часа ночи с гениальной идеей по клиентским проектам и сразу сесть ее реализовывать. У него в офисе есть махровые белые тапочки. Он надевал вот эти мои ушки. У меня есть фотка, аж 2. Это секрет. Первый автомобиль АК. Сергей Новицкий не доверяет банкам и хранит деньги в стене. Он пользуется очень старой олдскульной программой на компьютере. Это Power Manager, которую я в последний раз видела, наверное, когда еще к маме на работу ходила в детстве. Он Бэтмен. Сергей уже 4 месяца каждое утро делает зарядку. Сергей Новицкий родился в год
водяной собаки. У Сергея дома висит турник, по крайней мере, висел. И он регулярно подходил к нему, занимался спортом, даже устраивал какие-то квесты с семьей. У него есть кошка. Давным-давно Сергей очень сильно разочаровался в контекстной рекламе и не использовал ее в течение 2 лет. Сергей настолько любит шашлыки и природу, что готов заготовить дрова для небольшой церкви. Он в инстаграме лайкает миленьких собачек. И я не выдам его тайну. Счастья, здоровья. Желаю оптимизма и личного счастья. Свершение всех мечт. Выйти на зарубежный рынок, ну и захватить его. Высыпаться и побольше думать о своем здоровье. Получать еще больше интересных проектов. Хочу пожелать быть примером для всех в работе и в быту, ставить великие цели и добиваться их. Достижение новых вершин. Продолжать пробовать больше и больше нового, потому что он живет этим, в этом весь он. Осваивать новые страны, придумывать еще больше невероятных идей и иметь вдохновение на все это. Лукойла, Газпрома. Я ему желаю, чтобы его сотрудники приходили на каждый день выспавшиеся, отдохнувшие, чтобы были как можно более производительны. Хочу пожелать ему исполнения всех его желаний, всех целей, которые он ставит перед собой ежедневно, чтобы он достиг тех высот, к которым стремится и реализовал все свои идеи. Хочу пожелать отправиться в кругосветное путешествие. Множество эффектных идей и прибыльных вложений. Счастья во всех его проявлениях. Я думаю, нужно ему ставить не 100 целей, а 1000 и обязательно достигать их в течение 1 года. Процветание непыльных клиентов, больших бюджетов. Сергей, двигайся вперед, мы всегда поддержим. Кратного роста доходов в компании. Как и любому другому руководителю или лидеру, я хочу пожелать ему развития его любимого дела. Ну, непосредственно успехов в работе. Я желаю Сергею Новинскому, чтобы его компания росла как ввысь, так и вширь. В компании Брендмейкер. 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 В самом лучшем интернет-агентстве. Брендмейкер. В самом лучшем интернет-агентстве. Он работает в самом лучшем интернет-агентстве. Брендмейкер. Лучший директор работает в интернет-агентстве Брендмейкер. Конечно же, в нашей компании. Самый лучший директор работает на улице Розы Люксембург, дом 30, кабинет 414. Брендмейкер, 414 кабинет. Прямо по коридору и будет его дверь. Он работает везде, в машине, в кафе, в своем кабинете, думаю, даже дома. Самый лучший директор работает в офисе, дома, в самолете, в бассейне, в лесу, во сне. Не работает. Он так увлечен своим делом, что как бы для него эта работа вообще не влияет. В компании, где работают лучшие сотрудники? В браузере. В семье. Наш брендмейкер как семья. Думаю, в семье работает.